Теремок ТВ. Эй, Биф! Ты в нашу бухту приходи скорей. Всегда мы рады видеть здесь гостей. С пользой время проведешь и друзей себе найдешь. Веселье всех нас ждет. Эй, Биф! Вдаль морскую приключения нас с тобой зовут. Развлекаемся, смеемся тут. Эй, Би! Мы заберемся на маяк и будем солнышком мечтать там и весело. Пип и Альба. Приключения в соленой бухте. Счастливый компас. Жизнь моряка, жизнь моряка. Сегодня поет душа моя, ведь жду посылку я. Хе-хе-хе-хе. О, приветствую вас, сухопутные. Я жду, когда сюда придет тетушка Твитчер. Она должна доставить мне особенную посылку. Хе-хе. Не видишь ее, Пип? А, пока нет, дядюшка Шкипер. Может быть, это и к лучшему. Я не думаю, что тут хватит места для новых вещей, дядюшка Шкипер. Мне нужно навести тут порядок. Хе-хе-хе. Ребята, вы не поможете мне с этим? Конечно, дядюшка Шкипер. Что ты об этом думаешь, Альба? Фу, здесь все нужно отправить на переработку. Это прекрасная идея. Держу пари, с вашей помощью этот маяк скоро будет чище, чем домик краба, друзья мои. Чисто и красиво. А теперь мне пора обедать. О, отлично выглядит, дружище Пести. Я тоже отведаю твоих водорослей. Громко у тебя живот урчит. Это не я, звук раздался оттуда. Эй, подожди меня! Ух ты, какой грохот! Привет, мистер Моррис, что это за ужасный шум? О, кажется, мой поезд сломался, Хоппер. Я знаю, кто может его починить. Дядюшка Шкипер, конечно. Ты попросишь его помочь мне? Но это срочное дело. Я уже иду, мистер Моррис. Пести, как насчет обеда? Эй, вернись! В этой коробке лежат нужные вещи. А в этой те, которые можно переработать. Ну, похоже, мы закончили. Осталось подмести, и можно заносить внутрь маяка вещи, которые решили оставить. Смотрите, что я нашла под столом. О, это мой счастливый компас. С ним мы побывали в самых дальних уголках мира. Он никогда не подводил. Нужно положить его на видное место. Так точно, дядюшка Шкипер. Так, предлагаю перекусить перед тем, как мы начнем подметать. Это отправляется в коробку с нужными вещами. На самый верх. Куда так торопишься, Пести? Пузырьковый поезд сломался. Он сильно гремит, а мистер Моррис просит вас починить его. Пожалуйста. Сделаю, что смогу. О, одну минутку. А что, если в мое отсутствие принесут посылку? Тетя Твитчер оставит посылку нам, дядюшка Шкипер. Перекусите, прежде чем продолжать работу. Наконец-то. О, кажется, теперь все в порядке, мистер Моррис. Попробуй еще раз завести его. Да уж, странный звук. Продолжу искать причину поломки. Вкуснотища. Наверное, я должен предложить вам помощь. Вы с Пести отнесите коробку с мусором в центр переработки, пока мы с Альбой будем подметать кухню. Только не перепутайте коробки. Хорошо, Пип. Какую коробку нужно брать, Хоппер? О, тут вещи, которые не нужны дядюшке Шкиперу. Посмотри на этот старый компас. О, он ему точно не нужен. Почему он не едет? Скажи, когда ты в последний раз чистил двигатель? О! Похоже, мы нашли причину поломки. Готово. Теперь можно затащить коробку с нужными вещами внутрь маяка. Где коробка, которую нужно было оставить? Видимо, Хоппер и Пести забрали... Не ту коробку! Нам нужно догнать их. Поторопимся, чтобы не пропустить доставку для дядюшки Шкипера. Держи.
держись, Пести. Почти дошли. О, что там в коробке? Старые вещи, которые нужно переработать. О, а что это такое? Это компас, Алан. А что такое компас? Это специальное устройство, помогающее определить, куда ты идешь. Забирай, если хочешь. Хоппер, не думаю, что это хорошая идея. Я могу забрать? О, да, Алан, забирай. О! Ребята, где коробка с вещами дядюшки Шкипера? Мы отнесли все вещи на переработку. Идем, нужно вернуть вещи. Вернуть? Но мы только отнесли их. Вы отнесли не ту коробку. Фу, она еще здесь. Ну, конечно, ты же сам сказал отнести ее сюда. И что значит не та коробка? Это коробка с вещами, которые дядюшка Шкипер хотел оставить себе. Ой, простите. Все нормально. Мы успели вернуть все нужные дядюшке Шкиперу вещи. Ну, вообще-то, не все. Вы отдали Алану счастливый компас дядюшки Шкипера? Нет, то есть, да, отдали, то есть, отдали его Алану на переработку. Может быть, если вежливо попросить, Алан вернет нам компас? К югу от юго-запада надувной замок. О, привет, Пип. Смотри, что у меня есть. Компас. Отлично, Алан. Понимаешь ли... Он красивый. Это лучшая вещь, которая у меня была. Хоппер подарил его мне, да? Кажется, я сказал, что ты можешь им попользоваться немного, но не забирать навсегда. Ты сказал, забирай. О, я теперь знаю, где находятся качели. Алан, ты и раньше знал, где они находятся? Это не одно и то же. Ох, мои перышки. Пожалуйста, верни компас. Ты подарил его мне. Я могу оставить его себе, да, Пип? Да, полагаю, так и есть. А может нам обменять этот компас на что-нибудь еще? Да, на что-нибудь, что лучше компаса. О, что может быть лучше компаса? Ну, например, пирог. Ага, два пирога. Я не голоден. Йо-йо. Уже есть. Нужно вернуть компас, пока дядюшка Шкипер не узнал о пропаже. Дай мне подзорную трубу. Я буду следить, не едет ли поезд. Я готов что угодно обменять на этот компас. Даже это? Подзорную трубу? Да, и даже ее. Пип, это твоя любимая вещь. Подзорная труба! Идем, давай вернем вещи. Приветствую, матросы! Я наконец-то починил поезд. Мою посылку еще не приносили? Пока нет, дядюшка Шкипер. О, что это случилось с юным Пипом? Ух ты! Я вижу предметы, которые далеко-далеко-далеко-далеко-далеко! О! Пип отдал свою подзорную трубу, чтобы вернуть мой компас, да? Да, все верно, дядюшка Шкипер. А он так любит свою трубу. Приветик! У меня специальная доставка, дядюшка Шкипер. Спасибо, тетя Твитчер. Наслаждайтесь, пока. Пока. Смотри, что у меня здесь, Пип. Что там, дядюшка Шкипер? Я могу сказать, но лучше ты сам открой коробку. Ух ты! Что это? Это какой-то прибор для лодки, дядюшка Шкипер. Это мой новый цифровой компас. Старый компас мне отлично служил долгие годы. А этот выглядит слишком модным, сложным и необычным. Это прекрасная вещь, дядюшка Шкипер. С ним ты никогда не потеряешься, где бы ты ни находился. О, я объездил весь мир, дружок. И не нашел места лучше, чем дом. Забирай его, Пип. А я оставлю себе свой старый компас. Им не просто пользоваться. Здесь есть инструкция. С ней ты быстро разберешься. Ну что ж, вперед! По крайней мере, попробуй. Ух ты! Он показывает, где мы находимся. И еще он может определять путь по звездам. О, что это? Тебе нравится новый цифровой компас, Пип, Алан? Нажми на кнопку. О, как здорово! А можно мне его взять? Думаю, вы можете поменяться с Пипом. Поменяться? Прекрасно! Согласен! Я вернул подзорную трубу!
Спасибо, дядюшка Шкипер! Но как же твой новый цифровой компас? Да зачем мне этот глупый цифровой компас, когда у меня есть это? Хе-хе, я знаю, как он работает, и с ним мне намного проще. Жизнь моряка, все вещи под рукой. У Аллана есть новый компас, а у меня есть свой. Оу, следите за погодой, юные Пипы Альба. Как скажешь, дядюшка Шкипер. Так точно, дядюшка Шкипер. Пока-пока, сухопутные. Надеюсь, скоро встретимся. Пользуйтесь компасом. Счастливо! Кораблестроитель. Жизнь моряка, докрашу лодку, а пока я отдохну слегка. Хе-хе-хе. О, приветствую вас, друзья мои. Я решил нанести слой лака на свою лодочку, чтобы она не прогнила и не утонула. Смотри, дядюшка Шкипер, я сделал игрушечную лодку из старой коряги. О, какая красота. Посмотрим, как она поплывет. Хоппер, слезай, ты слишком тяжелый. Давай, не ленись, Пести. О, нет, нет, стоп. О, что они задумали? Пип сделал лодку. Как здорово плывет. У тебя талант к строительству лодок, Пип. Спасибо, дядюшка Шкипер. Хотя, ничего удивительного, у тебя это заложено в генах. Что вы имеете в виду, дядюшка Шкипер? В нашей с Пипом семье многие занимались строительством лодок. Правда? О, да. На самом деле мой дядя Брик, твой двоюродный дедушка, построил мою лодку. Ух ты! Мой дедушка Брик? Так он был кораблестроителем? О, да. И ты очень похож на него. У меня где-то на маяке лежит его фотография. Альба, я тоже хочу этим заниматься. Строить настоящие корабли, как двоюродный дедушка Брик. Ты будешь, Пип, однажды. Почему не сегодня? Дядюшка Шкипер ведь сам сказал, что это наше семейное дело. Да, но... Мне нужно найти что-то, что можно использовать. Подожди меня! Осторожнее, дядюшка Шкипер. Прости, Хоппер. Вот так. Он лежит в самом низу. Вот. Что вот там? Мой старый фотоальбом. Ага, достал. О, хорошо. Теперь тут безопасно. Зачем он понадобился? Хочу показать Пипу, как он похож на двоюродного дедушку Брика. Вот и он. Мой дядя Брик сразу после постройки лодки. О, ну просто вылитый Пип, только чуть побольше. Ага, то, что мне нужно. Да, и мне тоже. Отличный свежий сок. Привет, Пип, здравствуй, Альба. Налить вам свежего апельсинового сока. О, да, пожалуйста, миссис Фин. Мне нужна одна из этих пустых коробок. Вот, держи, Альба. Можешь забрать себе любую, Пип. У меня их все равно слишком много. Спасибо, миссис Финн. Спасибо, миссис Финн. У вас самый лучший сок на свете. Спасибо за это моей бабушке. Это она научила меня всему, что я знаю. Приготовление соков – ваше семейное дело. Ваша семья готовит соки. Знаешь, Альба, наверное, ты права. Спасибо, миссис Финн. Билли, стой здесь и жди меня. Можешь поиграть с лодочкой, пока я покупаю новую щетку. Привет, Пип. Привет, Альба. Привет, Билли. Что делаете? Я хочу построить лодку. Кораблестроение – наше семейное дело. А какое у нас семейное дело, мам? Ох, подавать тебе платок, Билли. Сморкайся. Простите. Что мне теперь делать со старой щеткой? Пип, думаю, нам может пригодиться старая щетка, миссис Бэджер. Можно нам ее забрать, миссис Бэджер? Да, хотя я и не понимаю, для чего она вам. Для лодки Пипа. Спасибо. О, ла-ла. С
Скатерть уже слишком старая и вся в дырках. Нужно выбросить. Она идеальная. Что? Кто это сказал? Я. О, какой сюрприз. Я уже решила, что скатерть заговорила со мной. Если она вам больше не нужна, мы ее заберем. Да, берите. Мне она совершенно ни к чему. У эклеров всегда использовались только лучшие скатерти. Это семейная традиция. Спасибо, мадам Эклер. Не благодарите. У нас есть все, что нужно, Пип? Еще не все, но оставшиеся вещи мы возьмем у Пэсти. Пэсти, в твоей коллекции так много вещей. Спасибо, Альба. У меня и правда очень хорошая коллекция. Например, эти колеса я нашел утром. Они пригодятся? Колеса? О, Пэсти, на лодке? На некоторых лодках есть колеса. У лодок не бывает колес, Пэсти. Ты глупый краб. У пароходов есть большие колеса. Ты можешь сделать пароход, Пип. Спасибо, Пэсти, но я строю парусную лодку. Ей не нужны колеса. О, весло! А вот оно пригодится. И смотри, эластичные веревки. Прекрасно, Альба. Ну вот, у меня есть все для строительства моей лодки. Большое спасибо, Пэсти. Пожалуйста, Пип. Построим лодку мы, и в ней мы поплывем. Отправимся в далекий путь прекрасным летним днем. Для чайки место найдется. Возможно, Хоппер, возможно. Построим лодку мы, нет дела веселей. Есть место Пипу, Альбе, и даже для друзей. Построим лодку мы, нет дела веселей. Не хватит места нам с тобой и даже для друзей! Та-да! Все готово! Это моя первая настоящая лодка! Ух ты! Как ты назовешь ее, Пип? О, я собираюсь назвать ее Брик! В честь двоюродного дедушки Брига, кораблестроителя! Ха-ха! Ты очень похож на своего дедушку Брига. Спасибо, дядюшка Шкипер. Могу я спустить лодку на воду? О, боюсь, она не защищена от воды, Пип. Ты утонешь. О, я хотел построить лодку, которая будет плавать. Однажды построишь, Пип. Ты будешь самым лучшим кораблестроителем в мире, я уверена. Лучшим кораблестроителем после дедушки Брига, верно? О, да. Вот он. Ты очень похож на него, Пип. О, дядюшка Шкипер, кто это? Твоя двоюродная тетя Мейбл. Она любила плавать, но в воде у нее начиналась морская болезнь. Поэтому дядя Брик построил для нее специальную лодку, которая может кататься по земле. Лодка с колесами. Да. На этой лодке она ездила быстрее всех в соленой бухте. Ух ты! Удивительно! Пип, у меня есть идея. Идем! Куда мы направляемся? К Пэсти! Готов, Пэсти? Готов, Пип! Готова, Альба? Конечно! Все настроено и готово! Поехали! О! О! Ух ты! Как быстро едет лодка Пипа! Она летит! Нет, она катится! Ура! Это так здорово! Я люблю кататься по песку! Ну, в точности, как бабушка Мейбл! Это их семейное дело! Улыбнись, Пип! Твоя очередь, Альба! О, пожалуйста, присмотрите за этим, дядюшка Шкипер. А можно мне тоже прокатиться? Конечно, можно, Пэсти. Дай мне шлем, Пип. У меня есть раковина.
Убедись, что ты крепко пристегнута, Альба. Пустите маленького на борт. Держись крепче. Да! Отличный снимок, Альба. Кататься по песку очень здорово. Ребята тоже так считают. Да. Их лодка не пройдет по рекам и морям, но есть традиция в семье кататься по пескам. О, до новых увлекательных встреч, друзья. Увидимся, матросы. Пока-пока. Озвучено по заказу CLS Media. Роли озвучивали Александр Коврижных, Антон Свинков, Евгений Вальц, Татьяна Шитова, Елена Греб. Песню исполняет Марианна Савонова.